30 декабря с раннего утра на центральной площади Аллакашахабль раскинулись торговые ряды, палатки, где ассортимент товара и сельхозпродукции был насыщен. Цены были ниже рыночных. Как и в предыдущие годы, торговые ряды работали до 16 часов вечера, тем самым позволив всем жителям нашего района без суеты приобрести все необходимое к новогодним праздникам. Стоит отметить, что на фоне растущих цен предприниматели нашего района пошли навстречу жителям и снизили цены до приемлемого уровня. Все желающие в этот день смогли приобрести не только свежие и вкусные продукты, но и овощи и фрукты, мясо и кондитерские изделия. Всех порадовало разнообразие ассортимента товара и приемлемые цены. Сегодня, значит, в районе провели ярмарку предновогоднюю. В нем принимали участие сельхозпроизводители с Кашхабльского района, как обычно мы их приглашаем, и из других района тоже, с Курганинского района тоже принимали участие. Также, значит, на ярмарку были привезены все необходимые товары. Цены, как бы, мы договорились чуть снизить на 10%. Пользуюсь, конечно, случаем, хочу всех жителей Кашхабльского района поздравить с Новым годом, пожелать им всем здоровья в Новом году, благополучия семейного и мирного неба над головой.